Сегодня наш утренний сюжет о правилах дорожного движения мы, как ни странно, начнем с претензии к управлению образования города Магнитогорска. От кого претензия? Ну, прежде всего, от школьников, от их мам и пап и от меня лично, как от ведущего программы «Автостоп», который ни разу не любит поспать. Ну, зачем же начинать занятия с 8 часов утра? Ну, в редком случае с 8:30. Спать же хочется. Но сейчас не об этом, а о том, как дети прибывают на занятия в наши школы. Вот так утром к учебным заведениям подъезжают однозначно невыспавшиеся папы и мамы. Почему возникла такая уверенность в их недосыпе? Потому что только с просонья можно усадить чадо, не отметившее еще свое 12-летие, на переднее сиденье автомобиля. Хотя возникли еще две версии такого поведения. Нет, не детей, взрослых. Это либо полная безалаберность и, мягко говоря, глупость, либо последнее чувство, возникшее у человечества, особенно у российской его части. Чувство собственной непомерной крутости. Тем, кто считает, что вместе с крутой машиной он купил полную безопасность и себе, и ребенку, комментарии нашего специалиста. С начала 2006 года в городе Магнитогорске было совершено 82 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали дети. 16 из которых дети являлись пассажирами. Как правило, это пассажиры автомашин своих собственных родителей и родственников. То есть родители заботятся о своих детях, делают им всякие поблажки, садят их на передние сиденья, разрешают им стоять в салоне автомобиля, держась просто за сиденье. Тем самым они подвергают их опасности. Ребенок при столкновении, при резком торможении из-за небольшой массы своего тела вылетает на переднее сиденье заднего, вылетает через лобовое стекло, тем самым получает серьезные травмы. Госавтоинспекция хотела бы обратиться к жителям города Магнитогорска и еще раз напомнить родителям, что ребенок до 12 лет должен перевозиться только на заднем сиденье и быть пристегнут специальным удерживающим устройством. Нет, конечно, есть и вполне адекватные и воспитанные люди, которые возят детей в возрасте до 12 лет только на заднем сиденье. Ну и им мы бы посоветовали самим пристегиваться и пристегивать своих чад, в каком бы возрасте они ни были. Но пока я не являюсь ни отцом многочисленного семейства, ни учителем по образованию. По образованию я инженер. А дети мои это кошки, собаки, там, крысы всякие, животные мелкие. Но с точки зрения инженера могу поучать. Максим не даст соврать. Мы часто спорим, и во многом он со мной соглашается. С точки зрения инженера я вам расскажу следующую историю. Когда открывается клапан под воздействием пороховых газов пиропатрона, подушка раскрывается и ударяет по вашему фейсу силой боксера Майка Тайсона. А когда вы внезапно резко нажимаете на педаль тормоза, ваш ребенок перемещается от сиденья до передней панели за какие-то сотые доли секунды. Вам это надо? Если надо, то поступайте в школу, не ради уходителей.